Welcome, ladies and gentlemen, to the Bright Sound Podcast. Всем привет и добро пожаловать в свежий 31-й выпуск проекта The Bright Sound Podcast. Вы слушаете вашу любимую радиостанцию и в эфире Discussor и наш классический новый выпуск. Мы начинаем с трека от Neon Light, Neon City. Это Drum and Bass Section. Поехали! This is The Bright Sound Podcast. Drum and Bass Section. Следующий трек нашей Drum and Bass секции уже звучит, это NQSOF 17 от Paul Michon. Трек, который я совсем недавно обнаружил в подсейв секции сайта promodj.com. Сегодняшний выпуск классический, как я уже сказал, а это значит, что в нем прозвучит 5 стилей. В каждой секции будет примерно по 5 треков, как мы обычно делаем, и как было в самом дебютном нашем выпуске. Также вас ждут 3 рубрики, это TBSP New Talent, TBSP Exclusive и TBSP Throwback. Ну а пока давайте послушаем хороший Drum and Bass от Paul Michon. The Bright Sound Podcast. Наша первая рубрика на сегодня — это TBSP New Talent. Представляет ее трек Legion от PAPA SKILL. Этот участник уже был в наших выпусках, засветился в третьем выпуске, а также в его переиздании, которое вышло в свет в конце прошлого года. PAPA SKILL родом из Краснодара. Я должен сказать, что Краснодар прямо-таки лидирует в наших последних выпусках по количеству треков. Данный музыкант пишет очень неплохой нейрофанк и даркстеп. Насколько я успел убедиться по его профилю на PromoDJ и CG Club, советую заценить его последние треки. А пока давайте послушаем Legion от PAPA SKILL в рубрике TBSP New Talent. Продолжаем и заканчиваем нашу Drum & Bass секцию треками Disco Funk и Eraser Original Mix от L 33 и Smooth, которые уже прозвучали. А сейчас один из последних ремиксов от Teddy Killerz и The Prototypes на The Prototypes Fallen. listening to The Bright Sound Podcast. Внезапно и неожиданно в наш подкаст врывается Eptic со своим треком Nightshade, изданным совсем недавно на лейбле Never Say Die. Далее вас ждет Superstar Original Mix с лейбла Monster Cat от Fakebot, Nightmare и Cruella, а также ремикс от Snails на Kill the Noise Fuck Your Management с лейбла Oslo. Do it like that. Yeah. Don't let me down, down, down. Еще одна двойка дабстеп исполнителей представила свои шедевры. Это ремикс от Spag Heddy на трек The Chainsmokers Don't Let Me Down, а также трек от Evil Toys Here and Now. Завершают нашу дабстеп секцию ремикс от Seven Lions на трек Ferry Corsten Beautiful. Переходим к более мечтательному саунду Crazy Elusive Travel от UACHIK. Звучит прямо сейчас, а после него прозвучит трек Runner Original Mix от GigaFats, а также Mega Extended Mix с лейбла Armada, Super 8 and Tab, авторы этого шедевра. The Bright Sound Podcast. Right now you're listening to The Bright Sound Podcast, mixed by Discussor. This is The Bright Sound Podcast. Транс-секция подходит к своему логическому завершению, и уже отзвучали два последних трека: 777 от Новохатски, а также ремикс от Stepan Brothers на трек DNNYD featuring DC Don't Hold Me Back. Переходим к хаус-секции. Открывает ее Rave Original Mix от Maxim Aqualite. The Bright Sound Podcast. Впервые за всю историю подкаста в рубрике TBSP Exclusive представлена моя работа. Это недавно завершенный ремикс на трек дуэта Miami Children Feel So High. Miami Children — это дуэт, состоящий из Archelli Fines и Screamer, двух технопродюсеров, которые объединились для того, чтобы писать качественный Deep House. Впрочем, не только Deep House. Итак, предлагаю послушать Miami Children Feel So High Discussor Remix. The Bright Sound Podcast. Два добрых молодца DJ Demic и Russell Flyer представили свои треки Respect Yourself и QWERTY в нашей хаус-секции, а мы переходим к последней рубрике, это TBSP Throwback. Данная рубрика представлена треком из не такого далекого 2011 года Americano Piano от Sasha F.R. Трек знаменателен для меня тем, что он участвовал в 7-м выпуске Radio HM, предвестнике The Bright Sound Podcast. За всю историю моей вещательной деятельности это был мой первый опыт выхода в прямой эфир. И прямо в прямом эфире я провел небольшое любительское интервью и даже сохранилась лайв-запись. Вы можете найти ее ВКонтакте. Называется она Sasha F.R. Americano Piano Live at Radio HM No. 7. Это был 7-й выпуск Radio HM. Сам исполнитель из России. К сожалению, более точных данных я вам дать не могу, поскольку ни информации о самом исполнителе, ни о треке больше нет. По крайней мере, мне не удалось ее найти. Давайте послушаем Americano Piano от Sasha F.R. TBSP Throwback в эфире The Bright Sound Podcast. Выпуск 31. This is The Bright Sound Podcast. От хаоса переходим к техно. Heart of Darkness Original Mix от Jewel Kid звучит прямо сейчас, а за ним проследует Mark Ray с ремиксом на трек Under Hour Trip, который совсем недавно вышел на Finder Records, крутом украинском хард-техно лейбле. Listening to the Bright Sound Podcast. Еще два небезызвестных нашим постоянным слушателям продюсера Teos и Lunatic Sublime представили свои произведения. Это ремикс от Teos на трек Ron Costa Berge, а также трек Lunatic Sublime Fearless Original Mix. 31 выпуск подходит к своему концу, и я вынужден прощаться с вами. Напоминаю, что вы все еще можете прислать свой трек в нашу совместную компиляцию с лейблом Fines Records, которая выйдет уже этим летом, и я надеюсь, она вам понравится, так же, как мне нравится отбирать треки в эту компиляцию. Также вы можете прислать нам гостевой микс для участия в баттле, следующий выпуск которого будет в ближайшие выходные, и его участниками станут Даб Сутин и Эдвин Ви, резиденты нашего подкаста. Также вы можете прислать свои треки и ремиксы нам на отбор. Не забывайте подписываться на нас на Mixcloud, ВКонтакте, iTunes и Stitcher, если вы все еще этого не сделали по какой-то причине. Ставьте «Мне нравится», рассказывайте друзьям о наших выпусках. Если вы слушаете нас онлайн, респект вам и отдельная благодарность радиостанциям Radio Magic Dreams и Fly FM за организацию трансляции. С вами был Discussor. Услышимся на следующей неделе. Хорошей музыки вам и до скорой встречи. Thank you for listening to this episode of the Bright Sound Podcast.